туп-туп-туп. Пам-парам-пам-пум. Так, ладно, ну вот наши командочки получаются. Мы с Радосиком, Бакардосик, с Кавросиком. А я думал, с Машей пойдешь. Ну ладно, Маша с Вириди получается. Вичи. Это Вичи это? С Висидом. Потом грибочки с Маринером. Ты Шуля Машку так зовешь, а потом резко раз берешь и опрокидываешь, и все. Так, ну все, поехали. Я могу пойти с Бакардосом, это новый... пойдет с Машей. Да, мне это... без разницы. Да поехали, старик. Радос, пора первую просто надо разъебать в труханину вообще, чтобы потом сидеть и чилить. Режим новый, если что, скоростной гольф. Надо использовать всякие турбоускорители, быстро идти и так далее. Ковер, собрались. Не-не, Шуля. Для меня модер собери должен ковра, быть максимально репутационно высоким человеком. Ну, по отношению ко мне, естественно. А вы выходили? Не знаю, в детстве не заставляли вас немного ковры исчерпал на улицу выходить это и хуярить зиму особенно? Не заставляли. Что заставляли? Ковры выносить на улицу а, зиму. А, ну и бить, хуярить. Конечно, конечно. Вас тоже долго грузится? Меня, не, не зимой, меня летом. Не, знаю. Не, зимой в снежок так попум-пум-пум да, потопать, потом повесить на какую-нибудь хуйню, там турник, блядь, побить к этой ну, выбивалкой. Он же потом мокрый, пиздец, сопл будет. Да так мокрый, нет, ты наоборот, чё, нет. Ты типа пыль оседаешь, типа. Не понял, ну, типа таким, таким образом, типа ты умываешь что-то вот в этом духе. А потом ты выбиваешь все это с него, и он типа становится. А, hello, мазафака. Здорово, Макс. Здорово. Короче, hello. Вопрос следующий. Не хотите ебануть в Armory Forged? Там King of the Hill релизнулся. Ну, именно без модов там просто заходишь и да. Играешь. Ну можно, а что онлайн там есть вообще, нет? Да. Онлайн, там... а спектатор мод? Спектатор мод? Да. Ну, типа есть... умер за тиммейтом, там можешь посмотреть. Нет, так ты резаешься. King of the Hill, ты не играл никогда, что ли? Ну, а, нет, где я путаю, наверное, с этим, блядь, с... У них версия 1.0 вот вышла недавно, у них там бум онлайн, и все играют в этот режим. Его давно ждали. Переведи для меня King of the Hill. Типа, ну, просто команда держит точку, а другая должна их выбить, нахуй. Одна да, точка, там дохуя одна точек, точка... не? Нет, тут одна вроде. Ну, может быть, и дохуя. Но, короче, суть в том, что ты там появляешься, у тебя мало бабла в игре, именно там 1000 баксов, ты закупаешься... Потом летишь в точку, зарабатываешь деньги, убиваешь других типов. Если умираешь, заново закупаешься. При этом продается да. Все. Ну, ты можешь качаться там. Ну, короче, но прикольно. Играешь ты не командой, а соло скорее. Командой. Да? Командой. Командой. Угу. Две команды по 60 человек. Ну, да можно трейнинг на самом деле. Ну ладно, когда играть, и пиши, звони. А, так время есть, смотри. Время, ну наверху, да, 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 да. А оно решает вообще на что-то? Или? Конечно, конечно. А, нифига, тут еще. Ясно, я профукала. Что, временно пишет, а ну-ка. Бля, ой-ой-ой. Бля, нет, если тут будут и удары, типа, соблюдаться, это вообще разъеб. Ну. А это что, типа, мы. А я вот хую. А, вот оно, типа, дает время и общий результат получается. Охуеть, бля. Бля, я ну за коли... два сделал. Количество ударов как будто бы не учитывается. Серьезно? Давай! Это надо как можно быстрее. Давай! Ну блять! Пиздец, меня выбили, Миша. Сука, я ну я, блин, я вот в лунку не долетел. Ну, я да. Перелетел ее точнее. Нормально, нормально, Родос. Нам главное держаться, вот Fireflies и Вичи, Вичи подзамедлился. Ну, это короче, хорошо. На время тоже влияет. Надо быстро это делать. Привет, Ханул. Тут только время же указывается. Да, да, да. А что за хуйня? 6. Что это значит? 6. Это значит, сколько ты типа очков получил, но у нас это среднуется. А нужно больше типа очков? Нужно меньше средняется, очков. Средняется, Миша. Средняется. Нужно меньше, Родос. Пизда прилетел. Давай, блять, ну я второй. Блять, я второй. Гриб первый. Давай, Родос. Ой, лучший. Ой, лучший. Нет. Это кто мне так? Гольф не грузит, это норм? Ну, в смысле, загрузки нету. Это вопрос к Стиму. На самом деле у меня этот режим лагает. Мне все летает, куда попало. Так компик обнови, старичок. Может пинг?
Тебя стенки надо, Маша. Да я понимаю, от правой. Но... От правой я имею в виду. Чел, реально, я долларовый понимаю. Миллиардер лагает гольфик, микрофона нет. Ну, в принципе, блядь. А я бомж. А что там, крипта, я смотрел, Бакардос, да? Чего-чего? Поупала там крипта, что-то на 9% Да насрать, я думаю, что я занимаюсь, если. А, ой-ой-ой. По воде думаешь, Миш? Да. Блять, меня выпил какой-то чел просто. Ну останавливайся, блять. А, блять, я второй опять! Давай, Радосик. Качу, качу, качу. Бля, ну тут твичи. Ебашь его! Да. А, там сбоку был еще этот. Ну, ускорялки. Портал. Да. Ну, а тут, я так понимаю, на порталах тоже много завязано. Погоди, я что, на первом месте? А, не, нихуя. Это Миша, ты на первом месте? Не, ну а сейчас, нет. Типа... Я вообще не понимаю, как это работает. Ну, мы, пока мы первые все равно идем. У нас даже запас есть 4 пока. Удара. Ну, пока ты ебашишь мы... ебнуто, да. Да, блядь, меня убили! Меня ускорили. Пиздец. Все, и крах, я первый. Крах империи, не Радос. Ты не нет, первый? Нет, я первый. Нет. Почему я не первый? Нет, я первый. А Бакардос за мной. А, да, на 10, на 10. Да, да что да, за хуйня? Это ужасно. Я последний, да? Да, о, ты боже, последний, Миш. Лузер. Да, блять, там какой-то демон меня прям как въебал и все, и убил. Ни за что убил. Вот как это работает, ебать, плюс 11, Миша, ну да, плюс 6. Да, и все, а, ну, не, забей, у нас все равно не так все плохо. Ну, я понял, как это работает. Так, там, крокодайл. Ну? Блять, меня просто выбили с респа. И... есть. Ну не, давай! Да, сука! Вот она, когда торопишься, Миша. Да, так вот именно. Потому что тут надо торопиться. Ну ладно, не так ужасно. А Маша прыгает. А, там можно крокодильчику в рот, а да, да, и он тебя прыгает. Подкинет. Ну, ладно, это ужасно, но... Нормально. Сначала я Радос подтягивал, теперь Радос меня да, подтягивает. Да, да, это факт. Ага, там можно сверху залететь, смотри, но мы выберем все-таки нижний путь. Ибо он более ровный. А тут все могут прыгать, я не понимаю, блядь. Я думаю, нет. Можно, да. Ну, левую кнопку. А, да? Левую кнопку нажимаешь и подпрыгиваешь каждый раз. Нормально. Погоди, а количество ударов не важно, получается, правильно? Получается, нет. Нужно как можно быстрее залететь в луну. Ну, это хорошо, фон Круда. Я просто не знаю, что за наушники, конечно, но надеюсь, будут радовать тебя, что. А, важно в пары сделать, да? А там, типа, прибавляются, если не сделать. А, больше пара штраф. А-а-а, нихуя. Интересно. Плюс три, ну да, видимо. Бля, ну что-то фараон нас догоняет понемногу, старик. Да, не, неплохо так. Я просто... В этом режиме надо отключать колесико. Потому что меня с респавом. Ой, Миша, смотри, мы первый, второй. Да, первый, второй вообще. А я попал в сундук просто. А ты за ваншота, я... Я за сундук, да. Нет, вот это Радос, развальчик кабинский вообще просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мамочки. Блять, ну сука. Кто это сделал? Ну просто кто? Блять, Вириди. А, блять, я второй опять. Ладно, нормально. Я не вижу моего друга Педжеру.
Да вот, я тут, я кручусь, кручусь. И пар сделал лучший, лучший в мире. Шуря последний. Лошара. Ну неплохо, Поджериус, неплохо. Ага. Здорово, Ник. Ой-ой-ой. Ёбаный в рот, нельзя так делать, я понял. Да почему? Давай! Ладно, второй. Стабильно второй, но это хорошо. Бля, я такой заливонь сделал. Фига, Маша геометрия. Жесть, Маша, нормально, да, да. Хернула с силой за то, блядь. Но зато это очень быстрые карты. Да, это... Но мне кажется, нормально будут работать только официальные, скорее всего. А ты же видишь, что тормоз можно прожимать? В смысле? О, реально ручной тормоз, что, блядь? Да. Оп! Бля, это вообще ахуй просто, я даже не видел. Ну, стабильно, стабильно. А, ой, ты, бля, ебать, я попал за карту, но меня скатило, и пропрыгал, я проиграл, да, и да, зашел да. Нормально. Слушай, что-то интересное. Бля, такое. А это прикольно, с ручным тормозом это вообще кора. Маша, ты с нами не хочешь разговаривать, да? А я просто наглым образом кушаюсь уже. Приятного аппетита. Спасибо. Просто скажи, что ну впадлу в соло было хавать, типа. В компании поинтереснее. Так, не надо, я целый день не ела. Я думала, что закончу и буду кушать, а вы тут меня позвали в гости. Змейка забавная. Прикольная такая, да. Бля. Михаил. Чё? Я баба срался чуть. Баба срался? Давай! Ну я тоже так на самом деле сделал, но... Спасибо, грибочки. Ну эта штука херня, да? Ну вот, я так же вылетел. Долго хорош, просто. Нормально. Главное, Вичи Вириди обогнал, уже неплохо. Педро. О, ладно, оп. Оу, Это я. Нормально, третий. Прекрасно. Тебе надо в этих порталы попасть, Маша. А я без порталов прилетел. А, да? Я через шапку гриба. Хорош, Машка. Эти порталы не работают у меня. Не, эти порталы, они, если что, есть зависимость. Что за... Есть зависимость скорости, направления и как ты там залетела, короче, вот. Ясно. Математику, короче, учила. Там есть математика. Молодой человек. Да. Да, на S Маш можно тормозить. Я не знаю, просто вот, поняла ты это или нет. Это супер жесткая кор-механика, так сказать. Не видела, спасибо. Нормально. Тут просто, типа, ну, до конца не надо катиться, чтобы ждать, чтобы следующий удар быстренько сделать. Вот сейчас S ты могла нажать, и ты бы остановилась. Оп. Все, найс. Слава богу, что у меня рукси заливается. Мне сложно одной рукой играть, простите.
Блять, ну чем мне нравится этот режим, он наконец-то заставляет грибочки бить в лунку, блять, в конце. Это нонсенс, конечно. Вторая рука не будет держит, киллер. Сука. Блять, ковра. Ждал пока. 10 лет и 3 года я крутился на этой воронке. Так лес нажимал бы и все. Да не, ну она бы могла насрать. Думаешь? Думаю, да. Хотя не знаю. Бляха, муха, спасибо. Ой, ужасно, что у нас радос вообще. Кипы там. Ой, противно. 7. Ну ладно, там 11 фараоны сделали. Спасибо, чат. Верёт в ту воротину. Ебать. Оп. Бля. Оу, еее. Пиздец. Какого хуя так произошло? Бля. Ну, S надо почаще нажимать. Она как ускоряет тебя, по факту. Быстрее тормозишь, быстрее бьешь. Ну да, да. Меня выбили из воротины. Последний, блядь, пиздец. Ничего, Родос, нормально. Первый и последний покрывают друг друга. Ох, блядь, куда бы. Не. Да остановись! С, Миша, С. Блядь, на R, R, нам R можно нажать. Там я просто с горы летел. Эх, Вириди. Не, тормоз вообще имба какая-то. Тормоз имбище, факты. Ну все, Родос, хоть, блядь, членом можешь нажимать. Я думаю, у нас все all right будет. Не догонит, думаешь? Не-не-не. А, там еще на буковку R reset можно ресетка, делать, да. Вот ресетка это то, чего не хватает в принципе на любой карте, блять, в этой игре. Карта так быстро закончилась, ну потому что режим подразумевает то, что вы должны... Ну, всегда торопиться. Always moving, так сказать. Я не знал, что там R, я бы намного лучше прошел. Я что-то только в конце увидел. А Миша даже не сказал. Ну, не последний. Оу, ее, хорош! Как же это было, Родос, невероятно. Ну, все. Можно и подрасслабиться пока немножечко. Так, ну я скачал... Ну, я тогда... Ну, давай тогда... Это, в смысле, я тогда еще? Пойду к Насте, ну, мы там понежимся, а вы за меня выигрывай тогда, хорошо? Не-не-не-не-не. Не, ну я буду тут, но просто... ВК-шить буду. В смысле, ты играть не будешь, типа? Да бля, ладно, шутки не понимаю, давай запускай. Я вообще не понял, что ты пытался сказать. Ты сказал расслабиться. Здорово, а, ну да. Здорово, Кирилл. Здорово. Что, вы уже играете? Ну да, заходи. Бля, я только увидел просто. Алло. А у вас на какой лунке сейчас? Алло, мы вот закончили карту только всё. Что. Отлично, я на одну чисто, наверное, успею. А что, смена души, да? Я понимаю, брат, да понимаю. Там ивент, блядь, на который я подписался. Бля, нихуя на фришке присутствуют ивенты, жесть. Ну, у меня же этот перс, блядь, проповедник, я буду типа отпевать сегодня. Серьезно? Ну да. Ты же коп или что, уже перестал быть коп? Ну, по совместительству. А. Проповедник, блядь. Что, опять кто-то из копов умер или что? Так вот, пароль, если что, ребята, кто не играл в прошлую, заходите в нынешнюю. Вебка будет? Ну, Миша, зайдите там, вебка моя.
Я на заднем фоне у него там на стене вешу. Буду благодарен, если команды, которые вы выберете, будут из гномов, кроссбонов, фаерфлаев, путингов, хотейров и журасиков. Все, ребята, все. Последнее слово для Сандея, если что. Ага, не последний, Вириди не вышел. У нас старик внегласное правило, может, не слышал. А какой у тебя Сандея зарплата в этом ВРП? Что катку сыграл, дал next слот типа. Серьезно? Блядь. Смотря с каким онлайном. Как это работает? Там, типа, если онлайн и есть? Ну, условно, если ты 60 часов, блядь, на РП шел за неделю, 10 тысяч получишь. Рублей? Нихуя, блядь. Че, блядь, в РП что ли идти играть? Ты шутишь, а я про 10 тысяч рублей говорю. Так это, как шильник. Мне скоро надо будет взять, что нужно собрать. Пиздец, 10 тысяч, это же вообще на фришке ни о чем, блядь. Ну, в смысле, баксов, блядь. Да, такая не там машина, раньше. Блядь, нормальная, сколько? Тысяч нахуй 30 вменяемая стоит? 100? А какая для тебя нормальная? Какая для тебя нормальная, Миш? Кто? Какая для тебя нормальная машина? Пароль. 8228. Для меня нормальная машина это... Ну, типа, гоночный ты имеешь в виду? Да нет, что-то? Конечно. Ну, гражданская, типа, чтобы так ездить, но и не лохом быть. Ну да, 1030, наверное, да. Так, ни за кого заходить-то? Нимбл. Ты вот можешь выбрать, с кем объединиться. Два нимбла. А, я, типа, втроём будем против всех остальных по два? Нет, почему? Ну, ты с узрелом объединись. У нас, видишь, неровное количество. Нет, ну я имею в виду... ну ты пикни новую команду. Смотри, вот у нас есть гномы, есть журасики, есть хотейры, есть фаерфлаи. Ну, ты космика взял. Нет, смотри, знаешь, кого надо взять? Ребята, вместо дипов возьмите, пожалуйста, путинг фараонов, а ты бери кроссбоунов. Чтобы прошлую ставку просто модерам было удобнее делать. Ну я в соло буду, да? Нет, вот к тебе сейчас зайдет еще кто-то. Окей. Да ты что-то тратишь, Сандей, деньги РПшные? Заходите, ребята, один слот еще для новенького. Твоим друзьям прайм не отдаешь, как делать? Прием? Еще шишка. Шишка. Я знаю. Прием? Еще шишка, ебать, шишка, блядь. Алло. А что, ты шерифом становишься? Нихуя. Кирилл, привет. Я не слышал шишек уже 10 тысяч лет. Тракса, нифига себе, залетел, блядь. Здорово, старичок, здорово. Прекрасно. Спасибо огромное. Благодарю тебя за ебейший донат, ну, просто там, сумасшедший. Того, живешь, да, в РП получается больше не нужно, нормально. Спаслись от этого. Спасибо огромное, старичок. Спасибо за поддержку. Супер приятно. Все, 10% есть второй полоски. Ебой. Спасибо огромное, мэн. Я заржал. А что, у меня будет этот друг, который со мной будет? Или я в соло буду ебашить? Да что-то пока не заходит. Ну мы ж типа вторую карту новеньких набираем, но что-то никого нет. Ладно, старички, заходите, кто успеет. Не заходит новенький никто. Да я пошел бы верл копом быть? Нет. Ну если упускать бы возможность того, что там перестрелки. Вот понял, американским копом таким прямо, знаешь. Там 10-4, там... Нет. Слиппери слоупс. У меня кардио не вывезет. Так а чё, блядь, тебя сразу посадят на такого копчика, знаешь, который этот... Ну, типа, который сидит в машине, нахуй, пончики хуярит. Или там за компом диспетчер и так далее. Или ты был бы в какой-то деревушке, типа, понял, там? А-ля, пиздец, там, Дикий Запад, там точно нужен. Бля, вот, наверное, шерифом в какой-то деревушке я бы на Диком Западе не хотел быть, блядь, на самом деле. Потому что реально любая проблема деревни, и ты разгребаешь это говно в 90% случаев, блядь. Ну а что там за проблема? Там кур спиздили? Если бы я играл в РП когда-нибудь, я бы проходил мимо мимо участка и кричал бы: «Эй, участковый!» Просто чтобы им жопу... Или в нул гриб, блядь. Участковые, мне кажется, не дадут. Это же русский сленг, нет, на мейтингах. Вернулся гриб. Маш, ты тут? Всегда же можно переиграть. Ага, все, тогда начинаем. Обычный режим, если что, без этой скоростухи и так далее. Все, погнали.
А, сейчас, погоди, а я столкновение не поставил, да, походу? Столкновение разрешено. О, да. Все, вот теперь нормально. Да, объясни Сэндэю правила, так мы обычный режим идем. Да нет, честно, режим, ну такое. О, ребята, походу, сброс мяча с включенным сбросом шара нажмите на R, чтобы... Ай. Чтобы сбросить мяч. Если это работает, то это топ. Это будет решать половину проблем, блядь, карты. Быстрее, а ты включил? Типа... А я не знаю. Ну, не, бля, я не включил. Я на следующую обязательно включу. Я не знаю, куда я полетел, если честно, но... Ну остановись ты, блядь. Не, на S тут не нажмешь, старичок. Оу, oh, yeah! Оу-е, бля, как же долго он крутится. Жду. Я как планета прямо. Как у вас дела, ребята? Рассказывайте. Да, вроде бы. Нормально. Я вот тут отдыхал пару деньков. Да, я видела, ходил, бродил, гулял. А что случилось, Миша, кстати, да? А? Да, я что-то тильтасион какой-то поймал немножечко и... Вроде бы играли в этот VR, бац, мне потом говорят на следующий день, Миша, да, в четверга не стримит. Ну да, как? Да, я так чисто на бусте подстримливал, вот, но... Так я чилил, короче. Ну, отдохнул хоть? Да, да, хорошо на самом деле. Здорово, попас. Это главное. Вот, а так, что еще? Да, в зал потихоньку начал ходить еще, тоже нормально. Все болит, конечно, пиздец, но... Эмоционально хорошо. Мария, как у тебя дела? У меня, как всегда, много работы, не отдыхаю. Весело. Ничего, нормально, ничего, когда-нибудь ты исправишься. Ну, скоро, надеюсь. Давай, давай, оп. Нет, не трогайте, пожалуйста, меня. Нет! Что? Ну, план был, но... Бля, а чё? А давай! А чё за... Вот это реально кал был. В лунку попал? Я мог за два изи делать. Да, блин. А, да ладно, это наебалово, охуеть. Мистер Печенюшка, спасибо большое за переподписейшн. Благодарю за 40-й месяц. Спасибо, мэн. Мэн. А остальные как дела? Чё только Шаня рассказал? У меня нет дел никаких. Ну как это нет, есть. Тоже. Ну расскажи, как дела у твоего персонажа в РП, например. Чё я там пропустила, да, за последние два дня, давай. Отказываюсь комментировать как-либо. Сколько раз полежал в больничке, давай рассказывай. Мари, перестань, пожалуйста. Да ладно, чё ты. Какой-то серьёзный, да, этот Сэндэй? Ну. Кринжатина, потому что какая-то. Ой, боже мой. Кринжатину, ты не видел. А вы не заметили, он начинает превращаться потихонечку в инсайзе, если честно. РП меняет людей. Да, Сэндэй, если ты меня товарищем назовешь, я тебе пизды дам, блядь. Ну, в РП, естественно, как бы, Twitch. А куда? Вот эту дырку, щелочку вот эту? Да, да. Оп, да бля, кто мне въебал? Бля, походу я, Кирюха, но ты меня вообще нормально закинул. Ой, бля. Мега хорош. Нет, не убивай. Стой. Ой, спасибо, не убили. Бля, как же он долго останавливается. Бля, тут захолынваниться это... Невозможно. Ну, как будто бы, да, типа. Я вот за три, типа, но это хорошие мувы сделать прям. План. Бля, обожаю карты, где лунка одна, нахуй, и нужно до неё добраться. Не, может, ну, будет наверху. Это нормально. Может это будет что наверху. Было? Зато это будет это быстрая карта, и мы сыграем еще одну, а? Не знаю, я, наверное, нет. В смысле, Радос? Всё, вот я поддержал друга, я ему обещал. Не, ну, до восьми, как обычно, там, восемь. А я пойду снег. В другую штуку. Класс. Какую?
Макса Пейна поебашь. О. В смысле? Да нет, ну у тебя же, так это же соло игра, она не убежит никуда. А у меня там последняя часть осталась. Вот так вот. А я тоже в ультракилл мог пойти и поиграть в начале стрима. Вот так а вот. А я это тебе предложил, а ты бы согласился. Не, ну да, я подумал, блять, ну что с Родосом. Так ты сыграть? Мне тоже предложил, я тоже согласился, видишь. Ну, блять. Ты честно же? Ну, блять. Да нет, не меня висит, да это такая, знаешь, смешная баечка, о, так сказать. Ебать, вот это круто. Мне понравилось. Давай, давай. Ах ты кри... А не, нормально. Блин. А, я тоже сюда упала. Давай, я давай, и вниз. Нет! Здорово. Привет. Блять, я... И вот тут остаться. Стрел нахуй. Андей, ну, напишите. Сука. О, я тоже уже повалялась. Бля, бля, крыса меня толкнула. Ой, мамочки. Блять, вот как вот, 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 сука, вот так вот заебашу просто. И мне вообще ноль шансов. Альбатрос. Не знал, что так называется. Ну это когда там за два или за три там. За три, да. Ну вот. Я карта, я карта. Пулс. Ну тут без... А хотя... Или погоди, ну тут без хитрости. Не, ну сзади вот это как будто бы и похоже на хитрость, но это... Но это не хитрость. Ой, мам... Охуеть, спасибо, папаша. Пиздец, меня на старт выкинул какой-то засранец. Блядь, Андрей, это то же самое. А тут вот эта дырка, она рабочая, не? Не, не. Дырки рабочие, это хорошо. Давай, на. Ну, что-то мне. Ладно. Да. Там реально была дырочка, нахуй. Вы что, обманываете? Там со старта была дырочка маленькая, блядь. Миша, ты в нее зашел? Нет. В смысле, она реально... Да? О, она реально вела, что? А я, блядь, увидел ее такой, думаю, да не, какая-то наебалова, типа, ну... Да, типа да, текстур, чел так. Просто ленивый, блядь, сложил так текстуру. Пиздец, а? Эшвик сейчас думает, да. А, нет, не думает. Эшвик думает, нахуй. Пойду, Эшвик, блядь. Эшвик просто не на стриме. Пям. У него какой-то костюм, да, или что это такое? Раскраска. Шарик типа у него такой, да? Ну типа. Угу. О, хорош. Ну это реально лунка, пиздец. Пока там пишет теперь уведомление сверху. Да, там да, я тоже обратил внимание. Блять, игру это поддерживают. Хорошо. Молодцы. Да, круто, факт. Куда? Так, блять, что это за луночка, нахуй? Ага. Ага, вижу. Чё-то я какую-то хуйню сделал только что. А я ничего не вижу. Вот в этом и суть. Ай, бля. Нормально. Хуя себе. Что это такое, бля? Да ну! Ноу! Да кто там, блядь, был передо мной? Я ж не вижу тебя. I am rock. Возьму отрубить. Реально, можно убивать, и никто этого не увидит. Факты, потому что ник белый, типа, он сливается с тучей. Но можно запомнить по головному убору, например, или по костюму. И потом ставить это, такой, ну как... Где подозреваемых, короче, смотрят в полицейском участке. Блять, к стеночке. Сандэйч попросим помочь, типа он опытный. Ааа, челюсть сводит. Мороженое хаваешь, что ли? Какие-то вы слабенькие. Да, да.
Мороженое. Так, Родос, что за хуйня? Почему мы не ебем, блять? Ну вы же расслабились уже, показали. Нет, так не, ну это же было, блин, пыль в глаза. А куда тут вообще? Я, воду я вот эту так понимаю, водичку или... Ну... Есть ломка с другой стороны, да. Я увидел. А я увидел. Ёбаный... А, не, не ёбаный, нормально. Ой. Сейчас, Бакардос, я остановлюсь тут просто. Это не быстро. О, кто-то убежал. Все нормально. Ну, нормально. Могу подождать, конечно, я прям здоров, реально стоял, но я же не крыса. А, это Родос ушел, что ли? Вылетел? А, у него, походу, войс. Он даже и не понял этого, видимо. Эти звездочки в чате говорят о многом. Звездочки? Ну да, он в чат писал, и это слово заметило звездочками. О, Родос, возвращение. Да, а вы меня слышали, да? Нет. Нет. Я сдох просто. А снег идет. Боже, что мне заело так. Ужас такой. Привет, Лонли. А мне из-за тебя снова Педро заело, ёлки-палки. За Педро, что? Педро, зачем? Педро. Зачем? За что? Ну, у меня тоже, у меня уже 30 дней, у меня уже отъел немножко. А у меня снова. Я только отвязалась от этого. А что? А куда? Мне кажется, тут как-то можно захитрить, но вот... Угу. Ой, хорош, кринь-бань. Ой. Да, похуй на фу, ебашим, там долетим. Здравствуйте. Ой, это была ошибка. Ох, да ну нет, ну почему? О, хорош, хорош, кто бы ты ни был. Это, видите, добро возвращается. Я спас кого-то, и кто-то спас меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, стой, 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 меня математик уебал. Грибачки? О, да, блядь, ну... Ладно. Пиздец, нахуй. Бать, кота толкнул, нахуй. Хороший Родос. Ну ты, понимаешь, ты же... Ой, блядь. Ты же Биг Хард. Ну стоят, Биг Хард, Родос. Блядь, а? Биг Хард. Ну да. Гриб-крыса. Ты только узнал? Просто решил напомнить всем. Ну вот что-то бы как будто бы... Ёбаный. Я ебал рот, нахуй. Да, Родосик. Ой, какого хуй? Ладно, похуй. Бля, вот я решил изъебнуться, а стоило ли оно того? Нет. Хотя нет, еще не все потеряно. Вот смотрите, мы вот сейчас как... Вон туда, как... Пизданем. О! Во! Во! И в снег нахуй. Во, вот так вот. Ой, хорошо. Давай, Родос! Давай, давай! Блядь, я только хочу ударить, а мне кто-то въебывается, мне удар пробьет из-за этого, блядь. Это сука. И обратно меня в кружочке, блин! Нормально. Блядь, я не выучил математику, пиздец. Двойку получишь. Ну, ты про геометрию, да? Ты хорошо в школе учился, Родос?
Да, нормально. А ты Бакардос? Ну, я не был отличником, я был хорошистом. До пятого класса был отличником, а потом забил хуй. Блять, до пятого класса, это вообще, блять, не котируется нахуй. Не, ну я в интернете учился, и у нас просто по мере того, что учиться, было мало чем можно заняться. Ну типа ты там, ты жил там, типа, пятом, да? Да, я в пятом классе уже делал математику за седьмой класс. Ужасно. Где он жил? Я чуть не проверил. В интернете. Ну нет, интернете. Это типа неплохой интернет. В интернете ты жил? А да, ты играл в бойцовский клуб там в интернете? Четыре секунды, три, две, одна, все, пока. Ой, Родос, ты что, сегодня печка? Нет, я духовка. Блять, ну три еще до Firefly, нормально. Сейчас мы их догоним, блять. О, тут можно... Во-во-во, вот это вот, смотри, вот это вот, оп. Оба! И вниз. Ебать, куда я полетел? Я другую полетел. Парь, блядь. А чё, Бакардос, у вас там были какие-то спортивные секции или что-нибудь такое? Ой, ай-яй-яй, нет, ну как бы я полетел? Я ходил в этот... В футбик какой-нибудь. Было дзюдо, но там преподавал... Мы забили за три, если что. Преподавал этот... Я получил, помню, желтый пояс. И все. И у меня полностью пропал интерес к этому дзюдо и почему. Mm-hmm. Можно было пойти в футбол гонять. Можно было в настольный теннис пойти. Вот это база. Я тоже поиграл какое-то время. И среди, я помню, по-моему, со второго... Ну, нет, не со второго. Четвертый-шестой класс. Я второе место занял в настольном теннисе. Но ты играешь намного лучше. Ты задрот такой. Вот. Не помню, что еще делал. Что ты еще делал? Гайс. Ну вообще, просто в один момент забил, ну как, не забил, а начал просто в библиотеку ходить. Мне библиотека намного больше нравилась, нежели чем... Как обстановка Бакардос, кстати, в Сингапуре? Спасибо, премьер-министр, здравствуйте. Транспорт ходит как полагается? Так точно, премьер-министр. Сука. Короче, поезд, я проверил этот King of the Hill, там все в лучших традициях, там даже сохраняет твою прогрессию, типа, можешь купить пушку на раз, например, за 100 баксов, а можешь купить ее перманентно себе за 10, все как в армии 3, очень круто и чувствуется, так что погнали поебашим, как в гольф доиграете. Ну я пас, к сожалению. Слабак. А чё ты? РП? Да. Пиздец. А там это офф-сервера или кастом-сервера? Офф. И first person есть? Только first person, да. Ебать, неужели, нахуй? Надо. Но хотя ладно, я на... Сука, говори, на 2 часа где-то, ну я считаю просто. Ага, а то есть тут ты в Макса Пейна не пойдешь, да, сукин сын? Так я же обещал, что ты в горе пойдем поиграем. Ага, вот как мы заговорили, понятно, радосик. Миша и так радугу у меня перехватил на табор, бля, на гольф, вот только-только его, все, говорит, уходишь. А куда ты хотел перехватить радугу? Нет, ты перехватил, он и так с тобой уже весь день проводит, делиться надо, не учили тебя делиться. Нет, так в смысле, Максу Пейну похуй, сколько с ним радуга времени проводит, а мне нет, понимаешь? Радуга как любимая куколка. Я же должен с ним поиграть. Так, самое время написать Муниверсу. Ебать, Муниверс играет Stronghold HD. Нихуя себе. Бля, ну, нормально, это что за... Не, в смысле, Stronghold Crusader это, блять, вообще базис. Нет, там еще есть, там куча Stronghold'ов, оказывается. Не, ну Stronghold Crusader, типа, второй самый нормальный был все время, мне кажется. Второй? Да. Ладно, в любом случае, пишите, хотя бы пару часов Родосго поебашим будет. Да, ебашим. Поставлю заказчик. Так точно, премьер-министр. Обязательно. Давайте, удачной игры. Давай. Почему до сих пор нет такого смайла? Какого? Какого? Су. Да хуй его знает. А, так нет, в смысле, есть, блядь, смайл. А, потому что его только что добавили, все, понял. Это то, что я увидел? О, это оно самое, кстати. И, бля, буду, и его надо пробовать.
Мне так снег тормозит. Ну ты как хотела, сугроб, мяч выпадает. Вот там был не снег. Там была деревяшка. Да это... Добро... Сука. Педро, Педро. Нет, Бакардос. Ну если это не Hole in One, то нахуй я ебался, как говорится. Это Hole in One. Это Hole in One, да? О, нормально. Ну, а мне ебался, получается. А ты за 3 сделал? Да. Да я, блядь, его с первого раза. Можно за 2 сделать, на самом деле, несложно. Ну хотя, да, там, если с первого раза. Обычный путь 2 удара. Ну так обычные пути челленджа никакого не несет, you know, типа. Бля. Че? Ну, you know, типа, да, you know. Да я просто, понимаешь, я... Нужно больше практиковать языки, вот. Смотря какой фабрик, смотря какой стайл. Ух ты, блядь. Ух ты. Ты, блядь. Ух ты, нихуя. Блин. Ух ты, так ты тоже нихуя не закатился, блядь. Ебать. Обосрал мне все. Я тебя даже не тронул, нахуй. А, прикольно, бля. Ой-ой-ой. Нет, стой. Что вы со мной? О, а там можно. Там можно было где-то как-то перетоваться. Да, там очевидный был на самом деле. Я что-то не увидел вообще. Блин, надо было смотреть. Ой. Тут побед, когда кое-что настолько заебал, что ты уже не ищешь путей легких, просто бьешь. Раб божий, ну типа да, мы же на этой, ну на платформе Twitch как бы современной такой, молодежной, вот, поэтому тут надо держать марку. Кто подумает, бля, его старпер пиздец душный. В чем они будут неправы? Ну это ты зря, конечно. Педро. Блин, да. Ну мы, вот смотри, мы с ним идем вообще ноздря в ноздрю. Они, блядь, просто не ошибаются. Уже ошибитесь нахуй. Дайте нам поиграть. Стой. Давай! Да, блядь, да. Факты. Походу все. А что? Я попал. Сугробы ебаные. Давай, Миша, я делаю Hole in One. Я Hole in Two Rados сделал, скорее всего, если... Фух, все, Hole in Two, нормально, Рудос, лучший. Это значит, у нас один, а это значит, что пацанчикам-то надо... Бля, Fireflies'ом подпотеть. То есть, смотри, не, вон, я карта, это Fireflies. Ты убил меня, нахуй. Блядь, что-то у меня не получается. И гачи... Блять. Гачимастер, так, это тоже Firefly. Гачимастер? Там ставка 1 к 65, да? На этих ребят. А, 1 к 1 65. Ой, он сделал? А, в смысле, к 1К? Бля, ебаный в рот. Не, он не сделал. Они за 3 сделали, ну, все. Ну, да, ну, короче, но вот этих ребят, которые Firefly, на их ставка вообще сумасшедшая, если они выиграют. Так что мы не должны этого им дать. Ва-ва-ва, азарт проснулся. Ой-ой-ой-ой-ой, нахуй. Ой-ой-ой, Миша, делаем. Делаем. А какого хуя? Фул просто. Бля, Радос, это вообще пиздец. Я... Да. Ты да. Ну Hole in Two, ты ж Hole in One сделал. Да, да. Ну и все, значит, и у меня Hole in One. No! А, ну я карта сделала за один. Гачи, да. Смотрим за гачи. Гачи, главное, чтобы он за 3 сделал. Он за 2 сделал. Блять. Не, ну там ебатели старик вообще жесткие, они топ-2 типа держат.
А мы с тобой топ-3 и 4. А, да? Да. Просто, блядь, вот эта последняя лунка, где один, вот так она мне не нравится вообще. Вот, вот это вот... Вот это вот, сука, гнусные эти, блядь, лунки. Сука, бля. Главное не удариться. Нет! Сука! Нормально, нормально. А, да или... ненормально! Да тебя ненормально. Блять! И давай, вот тут, оп! И а, разогнаться, 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 да. Разогнаться! Ну, два, нормально, Родос, у меня за три будет, хорошо. Но еще блин, карты будут, да, я так понимаю, после этой ворму, скорее всего, пойдем. Ну да, да. Да, конечно, да. Привет, пловец. Пойдете, да, понятно. Ты видишь, вот Радос бы остался. Радос бы остался и Сандей, вот тогда бы нормально, а вот эти вот РПшевские. Радос всегда виноват. Смотри, гачи мастер за 3 сделал. А за сколько сделал? Тоже 3, тоже 3. Это выровнялись. Третья армания, рефорджит. Сейчас все будет решаться. Там 5, блядь. Можно проебаться, кстати. Можно. Я проебался. Бля, как? Ну, как блять, я в снежок попал. Я тоже, да. Все, забудьте, снега не выбраться. Ебануться. Не, нормально. Льна, а чё, блять, за хуйня? Оли моли. Ну, Миша, у нас все плохо, походу. Или? А, даже так? О, я выбрался, Родос, нормально. Ну я за 4 сделал, Миша. Бля, Родос, я за 4 не сделаю. Я понимаю. У меня с первого удара потянуло просто автоматом. Погоди, что? Я просто пролетела, да. Чё за говно? Я же не вылетел. Да, у меня то же самое дважды уже случилось. Багованная карта. Ебаный коловик! Не-не, вот это может долететь через ванш... Ну, типа до Талова, если... Нет, нет, так меня, нет. Меня... Я вот сюда уже был, если что, скинут. А, ну там есть шанс, что вот можно вниз свалиться. Я упал просто вниз туда. Ебать говно. Ну, 5, ну 4. Ну, 4, блядь. Ну, ладно. Ну, типа, вот у Гачи Мастера тоже 5. А вот сколько сделал его друг, неизвестно. Да. Не посмотрел. Педро. Ну что же ты делаешь, а, человек? Это все ты. Просто делаешь? Если у нас все будет ты. Одинаковый ты результат, то по последней лунке лучший результат. Если одинаковый там, то еще по предпоследней. Вот так вот будем не смотреть. Не знаю, что про Педро. Мне последнее время заело пиздец этот мем, где рыба крутится и там... Ра-па-па, ра-па-па. Блять, еще один, вольно, остановитесь, пожалуйста. Не нет, надо. Это рандомная хуйня! Ну давай я... Вон туда. Ну ладно, это холл... Мне кажется, это холл ин ван, да? Это похуй какая, да. Если это холл ин ван, то... То... Да, ебать, Родос, вы выиграли! Ебать, потому что у нас результат лучше. У нас типа вот эта лунка одинаковая, 1-1, потом предпоследняя 4-4, а на 16-й-то у нас 2-3. И как это определяется, что именно мы выиграли? Ну, ты вообще меня не слушаешь, что ли? Нет, ну типа, смотри, у нас последние лунки одинаковые, последние и предпоследние, ну, а предпоследние. Да, да, но как, да. Ты по каким правилам это судишь, я не понимаю. Ну мы давно-давно еще, когда ставки типа не могли рассчитать, потому что челы занимали одинаковые места, типа, ну одинаковое количество поинтов. И я сказал, давайте делать так, типа, ну это вполне логично.
Я не знаю, есть ли такие правила в настоящем гольфе, но... Ну, это логичное решение. Ну, а как ты еще, короче, как ты еще разделишь первое место? Ну, можно судить... Боя в чате взгрели на поинтах. Можно судить по общим ударам, типа, двух игроков. Ну, они выиграли тогда. То есть они чел на первом месте, не, там, ну, за 48. Играем-то мы командой, мистер Радуга, как бы ты должен это понимать. Нет, ну, я имею в виду, ты не понял. Берется первое место, сколько ударов сделал, у него было 48. И его тиммейт на третьем месте, у него там 54 было. Потом я иду на втором месте 53, и ты идешь на четвертом 55. Понял? Ну, сложно, типа. Тут да на финальном табло все видно, в принципе. Миша не умеет проигрывать. Да, радуйся, что победил. Да, в смысле? Не, ну... Не, я понимаю, если бы я придумал эти правила нахуй прямо сейчас, но тут пиздеть не надо, пожалуйста. Как бы пиздеть не мешки ворочает, радосик, поэтому не надо. Ну, ладно, ладно. Ясно все с вами. Ну ладно. Вармуани пойдут. Ну ладно, да, Машка, да. Что ты? Сыграли все две карточки, понятно. Тоже неплохо. Все понятно, понятно. А как ты так смогла выбраться из трясины? А. Георг, я знаю, что это ты. Как ты смогла выбраться из трясины? Ну, сранец. Ладно, всем, в общем, пока. Давай, ладно, Машка, пока. Увидимся, поиграться. Да, и я тоже пойду потихоньку. Давай, Сэндэнч. Давай, Киря. Жопа, Георг.